О, чудеса! Это что, меняют рекламу или что-то у нас произошло? Я смотрю, вот нету той кислотной пестроты на всем на этом. И спокойнее как-то, на душе. Ну черно, противно, нехорошо. Знаки еще светятся эти кислотные. А вот убрать вот эту ерунду, освободиться зелень, и город, в общем-то, будет похож на город, а не на вот это. Не знаю, не знаю. Мне даже вот эти унылые плоскости меньше раздражают, чем то, когда на них всякие разные надписи, и вот типа вот этого. Ну вот такой я не совсем, видимо, нормальный человек. Ой, кстати говоря, что я вижу? Сейчас покажу. Дизайн. Это иркутский городской дизайн. Этим занимаются, видимо, профессиональные дизайнеры. Но я не знаю, насколько профессиональные дизайнеры. Вот, любуемся. Опа! Домик на курьих ножках стоит такой вот с названием Иркутск. Посредине города Иркутска стоит Иркутск с козырьком. А я помню раньше подобные вещи, но именно дизайн, внешний вид, оформление надо было согласовывать, ну там в управлении архитектуры. Ну что, наверное, наш простой люд все это воспринимает с восторгом. И, наверное, я уже давно понял, что я потерял понимание у большинства людей, когда высмеиваю вот такие архитектурные виды. И нормальный я человек. Что делать? Ну вот это для меня маразм. Империя. Круто, да? Ну что, я тоже за империю, только за сильную, мощную, в которой будут все счастливые и сильные. Я за сильную империю. А насколько я помню, империи все были основаны на рабстве, да? И на завоеваниях. Иначе без завоевания и без рабского труда это уже не империя, насколько я знаю. Пусть меня историки поправят. Но мечтать не запретишь, да? Империалисты мы. Империалисты. Ну что, ну кто будет возражать против империализма, если он в нем император? А не раб. Только все забывают, что император один, а рабы все остальные в империи. Идем по улице Красного Восстания. Миновав общежитие мединститута, и вышли на вот это вот забавное здание, странное, да, современная архитектура иркутская. А там вдали видите вот эта желтая ерунда? Это комсомол. Шедевр наших градостроителей. Ладно. А вот здесь была акула, так называемая, ночной клуб. Сейчас тут какое-то сервик. Что это такое, не знаю. Но судя по пустоте перед дверями, это что-то уже не то, что было раньше. Акула — это был ночной развлекательный стрип-клуб. Тут все было такое. Я тут пару раз был, по работе причем. Вот. От акулы здесь осталось очень даже неплохое монументально-декоративное сооружение. По-моему, из металла. И вы знаете, она мне, вот эта штуковина, в общем-то, нравится. Если бы не вот этот цвет ужасный, страшный, не знаю, как этот цвет назвать, это грязно-зеленый какой-то,
грязной морской волны. Ну, естественно, ее надо перекрасить в какой-то очень светлый, скорее всего, может быть, даже белый, или очистить этот металл. Ну, короче говоря, лучше всего этот металл сделать металлическим, скажем так. Сейчас этот цвет явно не подходящий, а вот сама композиция ничего для города, забавная. Она, кстати говоря, как бы это подойти, чтобы было видно свет, чтобы... Ну вот, конечно, тут и ржавчина, и все полупилось. Акула уже здесь не акула, а сервика, акула не надо. Ладно. И туда подходят какие-то провода. Может, там еще внутри что-то горело и светилось, но это было бы совсем здорово. Но она забавная. Она здесь вот, где когда была акула, и вот такая вот... Чем она меня не раздражает? Во-первых, она не претендует на монументальность. Такую бетонную вот эту монументальность памятников. Во-вторых, она, ну, так лихо закручена. Правда, верх, вот этот верх кольцо, мне кажется, завершение не совсем удачное. А вот все вот это переплетение, рыбное переплетение водорослей и волн в контексте ее названия «акула», вот такая водная штука. Ну, короче говоря, на этом месте, несмотря на то, что я часто ругаю всякие нововведения в старом городе, а это все-таки как-никак еще остатки старой набережной, вот эти домики сохранят, или не сохранят, я не знаю. Вот. А это набережная Ангара, мы сейчас на нее выйдем. Ну, вот я вам рассказал про эту вот акулу, которая, видимо, сейчас уже здесь не к месту, и которая... Ну, не все же мне критиковать, да? Ну, хоть что-то надо же похвалить. Ну, а что я еще могу похвалить? Я могу похвалить вот тот остров Юность. Ой, господи. Опять я вижу вот то несуразное сооружение, где написано, видите, кафе, остров-ресторан. Ну, это вообще маразм, конечно. Вот. А вообще вот этот остров Юность, так называемый, если бы его еще довести до ума, сделать его окончательно пляжным, то это уникальное место для Иркутска. Это в самом центре города. Вот такой остров посредине реки Ангара. С одним только недостатком. Не надо забывать, что Ангара холоднющая даже летом. И купаться там практически невозможно. Так, смельчаки могут окунуться только. Но долго в той воде не пробудешь. То есть это не то купание в Черном море. А полежать, позагорать и... совершить омовение байкальской водой здесь можно. Рыбаки ловят рыбу и что-то даже вылавливают. Я даже видел. А вот с того мостика я видел, как стоял рыбак, рыбачил, и однажды утром он выловил, ну, я не знаю, почти метровую какую-то рыбину, там, я не знаю, сама или еще кого. И все таким, с таким удивлением стояли, смотрели на нее. Но это был, видимо, уникальный случай. Ну вот, мы идем по набережной, по шикарной нашей набережной на реке Ангара. Это достояние Иркутска, потому что ни в каких городах я больше не видел такого места отдыха. Очень... Жаль, конечно, что вся культурная, или точнее бескультурная жизнь в Иркутске перешла в 130-й квартал. В то время как вот эта набережная, это, конечно, самое то место для того, чтобы люди здесь гуляли, отдыхали. Здесь атмосфера великолепная. И, конечно, вместо 130-го квартала... Вместо Урицкого, из которой пытаются сделать... Слушаю вас. Мы учимся. Давайте. Давай наоборот. Так, где слова? Сейчас. А без слов? Надо со словами обязательно? Вот мы слова не выучили еще. А без слов? Первый раз репетируем. О, ну все равно здорово. Thank you.
сон. И снился сердцу милый двор, заложником тех дивных дней. Я был совсем в чужой стране. Спасибо вам большое. Это ваш дебют был, да? Да. А я канал на Ютубе веду про все интересное в Иркутске. И что интересно еще, мы в прошлом году отметили 30-летие выхода иркутских музыкантов и художников. Вот как раз сюда, вот мы вышли вот сюда к Шпилю. Я был первый, кто вышел. Мы тут рисовали, работы продавали. Это в перестройку как раз. Ага. Прошло 30 лет. Вот. А вы теперь уже новое поколение, получается, почти на этом же месте. Вот, ну это здорово. А я снимаю серию таких маленьких видео про наших вот старейшин этого места, круг мы его называли. Вот мы здесь. Потом они перешли туда, к Антею. Часть ушли на Урицкого. Сейчас уже почти все распались, остались одни торговцы только, которые у Антея торгуют. И вот новые лица, мне приятно. Ну, мы-то любители. Да как, кто взял? Все любители, профессионалы, они где-то там в офисах сидят и в филармонии работают. А вы знаете, дело в том, что любители, они наоборот, они ну, от слова «любить» это же лучше. Ну, это да. Гораздо лучше, чем ремесленники и чем профессионалы, которые этим зарабатывают. Вот вы знаете, самый лучший певец, художник, артист, ну, человек искусства, это вот как раз Чукча, который едет в тундре и поет вот эту свою песню. Он тоже любитель, да? Но у него она самая честная и самая лучшая, потому что он поет вот прямо про то, что есть на самом деле, вот то, что его окружают. Его слушают вот все небо там, Бог там, его, это олени. Он в ритме в этом поет. И то есть там происходит резонирование. Как раз происходит самое главное, что нужно для искусства. Происходит резонанс с природой, условно говоря, с Богом, со всеми. И самогармонизация. Вот, собственно, это и есть любительство. А сделай из него профессионала. Вот, а одень его в эту самую этническую одежду, вытащи на сцену, да. И озадачи его там билетами купят. Не купят, и от этой песни ничего не останется. Вот. И когда он едет вот, там у себя в тундре поет, ему вообще наплевать, вообще как его оценят, сколько купят, там авторство, не авторство, там суть искусства. Так что слово «любитель» неплохо, лишь бы любительство было грамотным. Надо имена, или вы еще безымянные актеры? Пока безымянные. Ну хотя бы как вас зовут? Брат с сестрой. Вы брат с сестрой, да? Нам жил Лина. Лина? Лина. Ага. А вы прямо из Иркутска или приехали? Ну, мы вообще с Улан-Удэ так-то. О! Здесь учимся. Улан-Удэ, у меня много знакомых. Почти родной город. Ладно, до свидания. Вот так приятно прервался концертом. Неожиданным экспромтным концертом прервался мой репортаж. Ну, мини-репортаж. Я его не задумывал, как всегда. Это, как всегда, экспромт. Вот. По бульвару Гагарина. Я шел и говорил, что это уникальное место отдыха. Вот. Но есть, как говорится, не без изъянов. Ну что делать, не могу я не видеть. Ладно. Вот он вид с набережной. Вот он Комсомол. Шедевр иркутского градостроительства. Это вот
замыкающий вид. Даня! Даня, уйди! Уйди, дядя, фоткай! Ужас просто, ужас. Это же надо было вот замкнуть, закончить перспективу великолепного бульвара вот этим безобразным сооружением. Одно лишь, как бы, не то чтобы успокаивает, а оправдывает или обнадеживает, что вот эти плоскости, в принципе, действительно можно как-то декорировать, как-то изменить, в конце концов уж что-то на них накрасить хотя бы, а не оставлять вот этим желтым таким. Ну, конечно, здесь нужна рука архитектора-художника, как минимум. Ну, а по максимуму, конечно, это надо достраивать, расширять, повышать, вверх достраивать и создавать из этой вот несуразицы какое-то достойное здание для такого перспективного вида. Ну и посмотрим на нашу Ангару. Это детская железная дорога знаменитая и комплекс для них. Что там сейчас, я не знаю, надо сходить. Вот тут я вижу, нам сделали даже колесо обозрения, которое было раньше в ЦПКО, которого сейчас нету. Там, в общем-то, совсем неплохое пляжное место, где люди играют, отдыхают, когда теплее, загорают и даже пытаются купаться. Вот это уродливое здание очень настоятельно требую фамилию архитектора, ее соорудившего, и фамилию главного архитектора города, это согласовавшего. Просто я раскопаю это, я узнаю. Вот. Там не менее несуразное еще одно здание. Короче говоря, этот остров Юность был подвергнут... Ну, он мог в перспективе быть шикарнейшим, конечно, местом архитектурно-рекреационным, если бы этим занимался бы грамотный, умный архитектор. Сейчас там все порознь, сейчас там ничего нету. И, пожалуй, если чем это место и красиво, и знаменательно, то это вот этим вот... мостиком и фонтанчиком. Ну, в лучших традициях. Когда лучшие наши традиции заканчиваются, то начинается либо вот такая штука, пародия на оперный театр в Австралии, да, узнаете? Либо пародия, да нет, не пародия, а точное как бы воспроизведение тюремно-лагерного зэковского барака или какого-то промышленного здания, либо вот такая скороспелая дизайн-композиция, не имеющая отношения к архитектуре, к городу, не имеющая никакого отношения. А набережная прекрасна. Давайте закончим на доброй нотке. Набережная это сама-то по себе прекрасная. Пока вот оттуда, где еще не коснулись лапы наших архитекторов, вот остатки еще советской этой бетонной набережной, остатки этого парапета, этот сквер, эта зелень, еще не снесенная очередным рестораном каким-нибудь в угоду алкашам и торгашам, то все остальное прекрасно. И два шага, и мы сейчас придем к императору. Он вот там, вот за этими деревьями. Ну что, вперед, навстречу к императору. Идя по бульвару, в самом центре его увидеть... Вот это вот несуразное сооружение, которое, ну, поставили буквально посредине бульвара. Это ресторан, что бы вы думали? Да, я про него уже писал. Считаю абсолютно неуместным, абсолютно,
каким-то не знаю, как это назвать, но криминалом не назовешь, потому что все это делалось под эгидой главного архитектора, все это делалось за подписями. Я знаю историю его постройки. Он стоит буквально в самом центре бульвара. Вот там вот за ним в 50 метрах монумент императору Александру Третьему. И еще одна несуразность. Там вот видите кафе «Остров ресторан». Юность, да. Остров, ресторан, кафе. А, кафе «Остров», ресторан, он так и называется. Вот. Это тоже какая-то уродливая вещь совершенно, сделанная нашими продажными архитекторами. Фамилии, фамилии. Назовите мне фамилии этих архитекторов. Хотел бы я их знать. А вы хотите знать, кто вот прямо посредине бульвара Гагарина поставил ресторан? Кто прямо посредине острова зашарашил вот этот, я не знаю, как его назвать-то, барак, такой лагерный барак какой-то посредине острова Юность, это место отдыха, да? А вот про это место я хочу рассказать отдельно. Видите, это очень старая штука, она, пожалуй, еще дореволюционная. Ой, что-то мне про нее рассказывали, но я, к сожалению, уже забыл. Но знаю, что специально ли, не специально она была построена. Это что-то типа беседки какой-то была сделана. И здесь играл оркестр, вот на ней. На ней собирался оркестр, я слышал, и играл. Не знаю, правда это или неправда. Ну, опять же, я ведь хожу по городу, что вижу, то и говорю. Как тот Чукча, про которого я сейчас рассказывал. Но замшелость вот этих камней, да, ну, собственно, и архитектура, если можно так сказать, этого сооружения, которое мало кто даже знает и замечает здесь на бульваре Гагарина, говорит о том, что это действительно какая-то очень старая и интересная постройка. И есть повод, придя домой, поискать о ее истории, этой штуки. Ну что, идем дальше. Чего здесь только нету? Какая каша вообще из всего? Полный сумбур. И слоны, и саксофон, и бюргеры, и велосипеды, и самые разномастные скамейки. И вот там вот даже какая-то русская народная роспись. Слоны на фоне росписи. Приятная музыка. Слава Богу. Спасибо за это. И тут же вот эта вот композиция. И тут же вот эта вот пестрая реклама. Тут же вот этот совершенно странный детский городок, пестрый, все намешано. Вот, как говорится, душа развернулась, а свернуться-то не смогла. Ну как вам нравится архитектура вот этого вот ресторана, который зашарашен прямо посредине бульвара Гагарина? Не знаю, наверное, про него еще отдельно расскажу. Сегодня это, как говорится, случайно. Смотрите, какая какофония. Какофония от слова «кака», да? Нормально? Это архитектура называется, это архитекторы делали, проектировали вот такую вот ерунду посредине бульвара. А теперь смотрите, итак, вот он, император. Идем к нему. Как вы думаете, что вот это? Да-да, вы не ошиблись, это конский навоз. Откуда куча конского навоза? Загадка для знатоков. А еще загадка для санэпидемстанции и вообще органов правоохраны, управления и так далее. Я отгадку знаю, я об этом уже рассказывал, об этой очень странной ситуации с дерьмом в местах гуляния людей. Ну вот мы пришли к Александру. И сегодня здесь я закончу
свою прогулку и попробую здесь рисовать. Ну вот и музыка уже тут появилась, соответствующая месту, да? Ну, даром, что ли, вот этот памятник здесь, благодарные потомки покорителям Сибири и как там. Ну вот, спустя 32 года я вернулся на набережную. Сегодня я здесь посидел, порисовал с удовольствием, с огромным. Здесь атмосфера очень хорошая, чудесная атмосфера. Все-таки река, вода, она придает человеку совсем другое настроение. А в середине города, в центре города, люди суетливые, люди озадаченные совсем другими какими-то делами. А вот сюда, я смотрю, приходят просто отдыхать, действительно, не покупать ничего, даже не есть шашлыки, не пить пиво. Люди сюда приходят отдыхать, что называется, душой. Они ходят по набережной, мата много, но все равно меньше, по-моему, меньше. Просто у меня сегодня очень хорошее вечером настроение, и я так чувствую, что я буду сюда приходить. Площадь Кирово-Спиранского-Тихвинская стала какая-то заадминистративленная. Вот. 130-й квартал. Не буду рассказывать, что мне там не нравится. Урицкого сейчас ремонтируют, и неизвестно, что с ней будет. А вот набережная, она как была, собственно, так и осталась. И мне кажется, сюда стала возвращаться иркутская атмосфера, иркутское умиротворение. Конечно, здесь есть много-много чего я готов критиковать, как всегда. Здесь я много вижу несуразности, например, вот эти вот стенды, посмотрите, ну зачем они здесь, господи, люди добрые, ну кто этим занимается, вот этими вот стендами, ну посмотрите, ну так все вокруг хорошо, так чудесно, хочется ходить, гулять, отдыхать, и когда видишь вот эту, я не знаю, как это назвать, господи, ну зачем загораживать зелень, зачем загораживать цветы, зачем все это загораживать вот этой вот агитпропом этим, пропагандой. Ну ладно, сегодня не буду. Настроение больше, лучше, хорошее, настроение более положительное, нежели отрицательное. Хотя чаще по прогулкам, в прогулках по Иркутску, иногда настроение и впечатление опускаются до минуса. Но здесь, вот здесь сегодня меня ангара поправила. И я хочу сказать иркутянам, кстати, вот знаменитый Белый дом, который я и рисовал, и про него писал, и рассказывал. Есть, я специально потом про него расскажу. Я потом отдельно про него расскажу, про этот уникальный памятник архитектуры, попавший сюда в Иркутск из Санкт-Петербурга, по сути дела. У него очень интересная история. Короче говоря, иркутяне, видимо, я сюда буду приходить каждый вечер в хорошую погоду и придумал кое-какую акцию. Сейчас я делаю такой рекламный, как это называется, тизер, да, завлекаловку, что кое-что я здесь придумал. И у тех моих френдов иркутских в Фейсбуке и на Ютубе будет возможность со мной здесь видеться, и не просто так, а с определенным смыслом. Проще говоря, я здесь хочу устраивать открытые мастер-классы летние, пока я здесь в Иркутске. О подробностях расскажу чуть позже. А пока домой, уже стемнело. Ну ладно, до свидания, ангара.